В эфире радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла». В прошлой программе мы говорили о безбрежных масштабах Вселенной. Давайте перенесем взгляд с безбрежной Вселенной на близкий нам мир, на мир живой природы. Земная поверхность населена живыми организмами от бактерий диаметром в 1/2000 долю миллиметра до гигантских китов от маленькой травинки до секвойи высотой в 100 метров. Давайте обратимся к удивительному миру растений. В тексте Библии мы находим следующие слова. «Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным, так что незримая в нем вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном Богом не снимается потому с тех людей вина». Мы, возможно, видели, как цветы поворачивают свои головки к солнцу. Вот поэтому цветы и поворачиваются к солнцу, потому что им нужна жизнь и им нужен рост. Растениям нужен солнечный свет. Но как цветы поворачивают свои головки к солнцу? Каким образом они это делают? И каким образом они умудряются превращать свет в энергию? Люди научились превращать солнечный свет в электрическую энергию с помощью солнечных батарей. Такие батареи стоят обычно на крыльях космических летательных аппаратов. Давайте рассмотрим конкретный случай. Когда спутник летит по околоземной орбите, он иногда оказывается в тени. Солнечные батареи спутника большую часть времени бездействовали бы, если ученые не разработали бы сложную систему слежения. Вот эта система слежения определяет направление солнечных лучей и с помощью специальных приводных моторов разворачивает панели солнечных батарей в сторону Солнца. Надо сказать, что это очень сложный процесс. Датчики, во-первых, определяют угол падения лучей Солнца, затем бортовой компьютер обрабатывает данные и дает команды моторам для выполнения точных манипуляций. И надо сказать, что все это оборудование занимает основательную часть объема спутника. Как мы видим, заставить солнечную батарею повернуться к свету – это, в общем-то, довольно непростая задача. Однако фиалки на нашем подоконнике и другие растения выполняют эту задачу изо дня в день без особой сложности. И во многом способности растений превосходят самые совершенные изобретения человека. Не является ли это ярчайшим доказательством разумного замысла в природе? Люди издавна пытались позаимствовать у природы ее маленькие и большие хитрости. В 20 веке была создана новая наука, которая называется бионика, от греческого «бион», то есть элемент жизни или буквально «живущий». Задача бионики заключалась в том, чтобы производить гениальные технические решения, которые заложены в природе. Бионика изучает процессы, свойства, функции и структуры живой природы и раскрывает тайны инженерных решений в мире природы. И вот полученные сведения используют для создания новых приборов, новых механизмов, материалов и строений. Давайте рассмотрим некоторые примеры в архитектурно-строительной бионике. Архитектурно-строительная бионика, в частности, изучает структуру и образование живых тканей. Это помогает создавать новые архитектурные сооружения с учетом экономии материала, с учетом энергии и обеспечения надежности. И вот один из ярких примеров архитектурно-строительной бионики является монументальное сооружение, которое было построено в Лондоне. И вот первым монументальным сооружением подобной архитектуры был хрустальный дворец в Лондоне. Это огромный павильон, который был построен из стекла и металла.
Кто был создателем Хрустального дворца в Лондоне? Создателем этого дворца был Джозеф Пакстон. В молодости он увлекался садоводством. И вот он принял однажды участие в конкурсе на разработку проекта ярмарочного павильона для всемирной выставки в Лондоне. Конструкция, которой широко применялось стекло, должна была быть легкой, экономной в расходовании строительных материалов и оставаться в то же время достаточно прочной. В общем, в архитектуре на тот момент не было аналогов для подобного проекта. И вот бывший садовод Пакстон стал размышлять над проектом, и он вспомнил об удивительном растении, которое называется Виктория Регия. Овальные листья этого водяного растения достигают в диаметре 2 метров. Несмотря на небольшую толщину листьев, эти листья достаточно прочны, чтобы выдержать вес взрослого человека. Своей столь высокой прочностью листья обязаны тому, что их нижняя поверхность усилена своего рода балками. Из одной крупной жилки в центре листа у его периферии образуется до 32 жилок, которые скреплены друг с другом более плоскими поперечными связками. И вот решение у Пакстона было найдено. Это была эврика. Именно таким образом он сконструировал свой хрустальный дворец. Вот в его проекте основу составили немногочисленные крупные силовые балки, от них отходили менее крупные распорки, которые соединяли между собой многочисленные тонкие балки. Получилась изящная конструкция, получилась легкая и одновременно очень прочная, устойчивая конструкция. К тому же оказалось, что проект требует минимум строительных материалов. 15 июля 1850 года Королевская комиссия телеграфом сообщила архитектору, что его проект назван лучшим. Давайте быть справедливыми. Если до конца быть справедливым, то истинным победителем в этом конкурсе надо считать кого? Надо считать не Джозефа Пакстона, а великого творца, который искусно замыслил строение тропической лилии. Еще один пример. Всем знакома 300-метровая башня в центре Парижа. Она стала, в общем-то, символом этого города. Но, я думаю, немногие знают историю ее изобретения. За 40 лет до сооружения этого парижского инженерного чуда швейцарский профессор анатомии Херман фон Мейер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Именно на эту легкую и очень хрупкую кость ложится вся тяжесть нашего тела. И при этом надо сказать, что кость почему-то не ломается под огромной тяжестью нашего тела. Более того, эта кость способна выдерживать тяжесть до 1500 килограммов, до 1,5 тонн. В чем секрет устойчивости головки бедренной кости? Фон Мейер обнаружил, что головка кости покрыта изощренной сетью миниатюрных косточек, благодаря которым нагрузка удивительным образом перераспределяется по кости. И эта сеть имела строгую геометрическую структуру, которую профессор задокументировал. В 1866 году швейцарский инженер Карл Кульман подвел теоретическую базу под открытие фон Мейера, а спустя 20 лет природное распределение нагрузки с помощью кривых суппортов было использовано Эйфелем. И вот к сотой годовщине Великой Французской революции в Париже была организована Всемирная выставка. На территории этой выставки планировалось воздвигнуть башню, которая символизировала бы величие Французской революции и новейшие достижения техники. На конкурс поступило более 700 проектов. Лучшим был признан проект инженера-мостовика Александра Гюстава Эйфеля. Башня, названная именем своего создателя, поразила весь мир ажурностью и красотой. Эйфелева башня получилась не только красивой, но и легкой. Распределение нагрузки на несущие конструкции оказывает минимальное давление на опоры.
можно привести немало подобных примеров. Бионика подтверждает, что большинство человеческих изобретений уже запатентовано природой, авторство принадлежит ее создателю. Когда люди берутся за образец идеи, подсмотренной в природе, мы видим созданные конструкции, оказываются, как правило, какими? Экономичными, эстетичными, надежными и целесообразными. Если для решения сложных технических задач требуются усилия инженеров, ученых, архитекторов, то невольно возникает мысль, что у природы также есть инженер, также есть архитектор, который обладает непревзойденным интеллектом и невероятной изобретательностью. Господь Бог нашел огромное множество гениальных решений, которые вдохновили людей на величайшие изобретения. Господь Бог, творец королевской водяной линии, создал мир по своим совершенным чертежам. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.